Дедушка Володя, приветствую на своем канале. Добро пожаловать в столярную мастерскую. В предыдущих видео я рассказывал, как изготовить стойку болгарки. Сегодняшнее видео будет посвящено настройке, испытаниям, порежем металл, сравним диски. Дополнения, которыми оснастил я свою стойку. Подписчики рекомендовали, чтобы шнур не болтался, сделал крепление. Параллельно еще сделал крепление для ключа. Дополнительно изготовил из стекла защиту. И видно, и безопасно. Самая большая была рекомендация, чтобы плоскость нашего стола была на одном уровне. Пришлось даже немножко кувалдочкой пару раз стукнуть, подрихтовать. И остальные мелкие регулировки. Выставил угол наклона. Сначала сделал 90 градусов. И потом угол реза 90 градусов. Получилось, все углы выставлены. Сделал небольшое приспособление, ограничитель длины. Заготовки буду резать свои длиной по 400 мм. На детали разметил 400 мм, поднес, получается ровно 400 мм. На сегодняшний день стоит у меня диск Kronenflex, сейчас перевернутый не видно. Буду испытывать диск Атаман, буду диск Пермского завода испытывать рез. И такой маленький огрызочек диск Фальк. Посмотрим, зарекомендую, какой диск себя лучше. Итак, длина выставлена 400 мм. Тисками прижимать однозначно. Конечно, если это приспособление усовершенствовать более лучше, тисочки надо сделать хотя бы с удлиненным стержнем, чтобы зажимать за поверхностью. И с этой стороны подкладывай на уровне. Производим рез. Производим рез диском, пермским диском, толщина 1,2. Очень быстро. Хороший результат. Производим испытание пермским диском. 1,2 толщина. Двадцать 5 секунд.
Пробуем диск атаман. Толщина. Диск атаман, толщина 1,2 мм. Пробуем по времени. Диск заклинил, и болгарка сработала защита. Диск атаман. Большой износ по бокам. И здесь как бы рватый. Качество, конечно, негодное. И диск начинает немножко зажимать при большой глубине. Самый лучший результат показал диск пермского завода. Диск Kronenflex хороший, но толщина 1,6. По бокам износа никакого. Еще попробую поставить. Диска нового нету. Диск Falk. Не знаю, хватит ли его мужества прорезать маленьким диском. Жаль, толщины диска не хватило прорезать. За два прохода. Значит, углы выставлены правильно, все совпадает. Отрезанная деталь остается ровная на месте, не дергается ничего. Вы поняли успех, чтобы эта плоскость стола была идеально ровная. Режем под 45 градусов пермский диск. Тридцать секунд, отличный результат. К завершению подходит испытание. Дедушка заработался. Без обмана. На сегодняшний день диск Kronenflex я работал 125 на 1,6. Показал себя с худшей стороны. Очень плохой. Диск атаман 125 на 1,2. Тоже не понравился мне. Диск у пермского завода 125 на 1,2. Вот этими дисками, скажем, вот 3,5 диска порезал 60 метров. Сейчас покажу вам. И диск Falk. Хороший диск. Название уже не видно. Получается, два диска заслуживают внимания. Эти два диска плохих. Какие рекомендации? Так как дедушка с металлом работает мало, и станок этот нужен кратковременно, 125-ю болгарку можно ставить. Если кто-то работает постоянно с металлом, конечно, надо ставить 230-ю болгарку, делать ее стационарно. Еще один недостаток. Профиль новым диском можно резать насквозь. Когда остаются такие обмылки, кусочки, надо переворачивать. Чтобы переворачивать и крепить, надо иметь хорошие тиски, быстро зажимные. Надо пользоваться тисками или не надо? Скажу однозначно, надо. Это либо техники безопасности, и спокойнее работать.
Вообще где-то за полтора часа нарезал. Нарезал вот эти заготовки для будущих изделий. Порез ровненький. Приспособление радует, как оно работает. Поэтому рекомендации однозначные. Если у вас еще нету, изготавливайте, делайте. Это облегчит ваш труд, безопасность, ускорит работу. Нравятся дедушкины поделки? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.